В Республиканском автомобильно-дорожном колледже прошла встреча студентов с именитыми спортсменами Дагестана. Данное мероприятие было организовано генеральным директором промоутерской организации Selection of Warriors Абдулкеримом Айгуновым в целях пропаганды спорта среди молодежи. Прошла очередная встреча студентов автомобильно-дорожного колледжа в рамках социального проекта «Большая встреча» с известными именитыми спортсменами Дагестана. Среди них серебряный призер Олимпийских игр Магомед Ибрагимов, чемпион M-1 Global Рамазан Эмеев, чемпион ONE FC Марат Гафуров, генеральный директор промоутерской организации Абдулкерим Айгунов, а также ряд деятелей спорта. Мы пригласили с собой именитых спортсменов Марата Гафурова, Рамазана Эмеева, Мирзы Магомедова, чтобы студенты автодорожного колледжа брали пример с таких именитых спортсменов, чтобы занимались спортом, чтобы занимались, делали добрые дела. В рамках беседы серебряный призер Олимпийских игр по вольной борьбе Магомед Ибрагимов поделился своим мнением об отставке главного тренера сборной России по борьбе Магомеда Гусейнова. Конечно, для нас, для дагестанцев, лучше было бы, если был бы Магомед Гусейнов, все-таки наш земляк. Я думаю, он поддерживал, я как знаю этого человека, он положительный человек. Видимо, там свои, наверное, какие-то политические интриги. Отвечая на один из вопросов чемпиона M1 Global, Рамазан Эмеев рассказал, что во время недавней поездки в Хорватию обсудил возможность подписания контракта с известной промоутерской компанией UFC и на сегодняшний день обдумывает условия контракта. Я на самом деле хотел обсудить моменты контракта, там, что выгодно с этими людьми, выгодно мне или нет. И еще плюс там проходили сборы тоже. Мне интересно было с этими бойцами, сами бойцы UFC там тренировались. Мне интересно было с ними потренироваться. Вопросов в этот день было очень много, касались они дальнейших планов, самых интересных моментов их спортивной карьере. Были, пожалуй, странные вопросы. Так, например, Марату Гафурову был адресован вопрос о том, как он относится к Иосифу Сталину, на что Марат ответил, что его отношение к Сталину двоякое, и хорошее, и плохое. А также начальник отдела по физической культуре и спорта Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Самир Габидов вручил благодарственные письма за тесное сотрудничество комитетом, представителям автодорожного колледжа. В заключение каждого спортсмена посоветовали студентам вести здоровый образ жизни, преуспевать в учебе и уважать старших, а руководитель проекта «Большая встреча» Абдулкерим Айгунов поблагодарил всех за активное участие в данном мероприятии. Зерафил Сарафилов, Гаджимрад Ахмаев, Шамиль Махаев, Килаш Курбаналиев, Новости 24, Махачкала.